И привет всем, с вами Типанакор, и сегодня 7-й обзор плагинов, и наконец-то у нас 2015 год, год барана, и поэтому я решил заснять такой плагин про баранов. И наш сегодняшний плагин — это Shipmeat, и по названию уже, наверное, понятно, что он добавляет мясо овцы, то есть барана. И давайте убьем овцу, и тогда, когда мы ее убиваем, у нас, а где мясо? Оп, в общем, сделаем дофигища и поубиваем их всех, чёрт. Давайте убьем их, толпу. В общем, вот мы убили пару. И смотрим, у нас есть мясо овцы и мясо ягненка. Они по-разному восстанавливают хп. Также их можно пожарить. Вот давайте даже сделаем так. Возьмем печку, уголь, поставим печку. Засунем мясо в печку. В общем, ждем, пока у нас пожарится. Вот такой вот у нас интересный плагин. Теперь овцы будут намного полезнее на серверах. Он идет на 1.7.9 версии, но я скачал и поставил себе на сервер. И у меня спокойно идет на 1.7.2. Ну, давайте еще убьем, чтобы было 2 ягненка. Вот у нас жареное мясо. Чего? Овцы. Дверной пропишем. Если меня этот идиот убьет, то я убью сам. В общем, у нас голод. Весь полный, не могу ничего, так что надо немного подождать. Ладно, в общем, вы видите, что у нас пожарилось, так что вот эта вот фигня, блин. Я забыл команду, в общем, там голод какая-то хрень. Надо сейчас себе урон нанести, вот тогда голод быстро начинается. Давайте вот так спрыгнем. Оп. Вот, нам урон нанесся, надо немного подождать, сейчас у нас будет постепенно уходить голод. Эту хрень сломать надо. И в общем, вот, мы видим, у нас осталось 4 голода, он 4 голода. И сейчас мы попробуем сожрать немного еды. Так, давайте сначала съедим... Что мы съедим? Это ягненок. Сколько он у нас восстанавливает? Ага, нифига себе ягненок у нас дает. Нет, ну и, возможно, мы тогда не будем проверять еду, так как мясо баранины прибавляет довольно очень много хорошего, ну, в смысле еды, голода он нам очень много прибавляет. Видим, плагин хорошо работает, в принципе, все на этом все. Теперь всем пока, с вами был Типанакор, подписан на канал, также ставим лайки, комментируем видео и ждем следующих выпусков. Всем пока, с вами был Типанакор.